Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня покажу свою резную шкатулочку «Дары кедра», которую совсем недавно у меня купили. Итак, обо всем поподробнее. Вот, друзья, вот эту шкатулочку у меня купили. Я уже вырезала ее давно. Она одна из моих любимых. Я еще когда работала в творческой мастерской, ее вырезала. Вот она с такими кедровыми шишками. Называется «Дары кедра». Хотя вырезана на шкатулке заготовка липа. Такая вот она красивая. Посмотрите ее со всех сторон. Тут домик. Сейчас давайте я ее открою, вы посмотрите. Вот такая вот она, внутри бархат. Очень качественный, темно-бордовый. У нас фитон немножко поярче. Можно хранить украшения, цепочки, браслеты, серьги. Такая вот красота. Я надеюсь, она будет радовать нового покупателя. Едет в город Пушкино. Я переписывалась с заказчиком этой шкатулки. Он ее выбрал за необычную форму, ну и, надеюсь, за оригинальную резьбу, за что я ему благодарна. Это вдохновляет меня создавать новые работы. Кстати, у меня есть такая заготовка, можно будет еще что-нибудь придумать оригинальное и интересное. А сейчас вы видите моего главного помощника, моего рыженького кота Степана. Он всегда мне помогает, он сейчас нежится под лучами солнца, весну чувствует, там птицы пели за окном. Как же он гулять уже хочет? Кто такой красивый? Кто такой красивенький тут? А на окне у меня уже весна, вербочки стоят. Сегодня я ее упаковываю и отправляю, иду на почту. Сначала оформляю посылку онлайн и затем отправляю. Сейчас покажу, какая у меня еще есть заготовка. Вот я вырезала из такой вот заготовки. Что, как говорится, было и что стало до и после. Друзья, напишите, как вам форма такой шкатулки, какие вы вырезаете. Я знаю, что у меня на канале есть резчики по дереву. Как вам нравится эта форма и как вы обклеиваете внутри шкатулки бархатом или оставляете нетронутой. Мне будет интересно почитать ваш опыт. Готовлю шкатулочку, письмо покупателю и также чек с ярмарки мастеров, мою визитку, и все еще буду упаковывать в красивый мешочек и кладу такое милое крафтовое сердечко на счастье. Теперь тщательно упаковываем пупырчатую пленку, чтобы наша посылка хорошо была доставлена и ничего не повредилось. Такая посылочка получилась. С
взвешиваем и заносим все данные в почту онлайн. Ну вот и все. Счастливого пути, тебе посылка. Вот такую посылочку, друзья, я получила. Открывала в СДЭКе, проверила. И сейчас покажу вам. Также будет распаковывать со мной Степа. Он тут рядышком сидит и наблюдает, что такое у меня в посылочке. Да, Степушка? Итак, друзья, смотрим. Итак, открываем нашу посылочку. От сайта tatianka.ru. Все для резьбы по дереву. Такая вот коробочка пришла. Все очень надежно и хорошо упаковано. Я довольна этим сайтом. Это не реклама. Хочу вам просто показать и рассказать, что не первый год уже у них заказываю. Сейчас они стали лучше упаковывать. Раньше просто в мешочек ложили. И сейчас очень все хорошо. Вот квитанция. Отправили мне СДЭК. Посмотрите, каждая шкатулка упакована в пупырку. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот столько сразу мне пришло шкатулочек, 4 штуки. Здесь из них 2 одинаковые, мои традиционные ларцы. Они с такой полукруглой крышкой. Один прямой. И купюрница. Давайте смотреть. Степа, ты тоже будешь смотреть? Видите, она еще завернута в пищевую пленку очень аккуратно. Здесь указана цена. Это две шкатулки одинаковых. Давайте одну из них распакуем полностью и посмотрим. Вот такая вот красота, такая вот шкатулочка. Открывается пока. Все сделано из липы, а одно из фанеры. Смотрите, какое качество хорошее. Видите, как спрятаны замочки хорошо, завесы эти. Сучок только здесь немножко, это не страшно. Вот такая вот красота. Таких у меня 2 шкатулочки. Так, давайте сейчас посмотрим купюрницу, как она выглядит. Она тоже упакована надежно. Такая вот красота. Дно тоже сделано из фанеры, а сама шкатулка из липы. Вот тут видите сучок. Мы сделали скидку 10%. Такую сквозную.
сюда складывать купюры, денежные знаки, да, деньги, и подарить, допустим, на свадьбу. Здесь сделать резьбу, затонировать, и такой оригинальный подарок. Можно на каждый праздник складывать сюда денежки и дарить. Можно также не только деньги, но и украшения здесь хранить. Такая небольшая шкатулочка, низкая такая. Здесь можно узор какой-нибудь вырезать. А здесь уже на тему подобрать, подходящую к случаю, торжеству. Вот такая вот красота. Мы с вами уже две посмотрели шкатулочки. Давайте теперь посмотрим третью. Вот видите тоже, как она упакована в пленочку. Такая вот шкатулочка. Посмотрите, какая красивая, ровная, никаких изъянов я не вижу. Тоже тут на фанере небольшой сучок, но это не страшно, там резьбы не будет. Давайте попробуем открыть эту шкатулочку. Вот, так она открылась. Вот. Видите, как качественно все сделано. На таких формах я рисовала и вырезала серебряные копытца. У меня шкатулочка есть. Также другие. Чуть поменьше я вырезала на такой форме шкатулку-щелкунчик. Так что, друзья, рекомендую вам. Товар очень хороший. Вот такая вот красота у меня теперь появилась. Новый фронт работы. Видите, сколько мне теперь нужно вырезать новых шкатулок. Это здорово, это очень вдохновляет. Пишите, друзья, вас вдохновляют новые материалы? Ну, думаю, вы ответите «да». Тем более, такие качественные, хорошие материалы. Все это липа. Да, и она тоже имеет, кстати, запах. Кедр, конечно, более ароматно пахнет. Вот такая у меня красота. Пишите, друзья, где вы покупаете шкатулки. Мне будет интересно почитать. Может, вы делаете их сами, изготавливаете. Вот я приобретаю на этом сайте. Это не реклама, мне никто не платит. Поэтому, друзья, это от чистого сердца. Так что... творите и наслаждайтесь. Пусть творчество приносит вам только радость. Ну а на сегодня это все. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.